Столицу сегодня трясло, в буквальном смысле слова. В Черном море произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла, сообщили в МЧС. Вроде бы не пострадали, об этом, по крайней мере, ничего не сообщается, но жители многоэтажек выбежали на улицу, опасаясь, что дома рухнут. Толчки ощущались в Абхазии, Краснодарском, Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.